Я влюбилась в это блюдо. Обязательно будем делать кубадью. Обязательно. Прошло много времени. Всем привет! Как и обещала, я все-таки попробовала приготовить губадию, и, конечно же, сегодня покажу вам рецепт ее приготовления с начинкой из корта, риса, сухофруктов и яиц. Поехали! Приготовим тесто. В теплое, но не горячее молоко всыпаем дрожжи и оставляем их разойтись в молоке на 10 минут. Добавляем сметану, растопленное сливочное масло, яйцо, соль и сахар. Постепенно просеиваем муку. Перемешиваем. И когда венчик уже не будет справляться, продолжаем замешивать тесто руками. Замешиваем тесто до тех пор, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Затем накрываем его полотенцем или пищевой пленкой на 1,5-2 часа, чтобы тесто подошло. А пока приготовим начинку. Начнем с корта или красного творога. Готовили мы его в предыдущем видео, оставлю ссылку в описании. А сегодня просто подсушим его на сковородке вместе с сахаром и маслом и превратим в творожную массу. Помешивая на среднем огне, доводим корт до однородной массы. Затем приготовим рис. Варим предварительно промытый рис стандартным способом, до полуготовности, около 7-10 минут. Солим и в конце, когда рис приготовится, добавляем сливочное масло. Разминаем наше мягкое пушистое тесто и делим на две части. Одну третью часть пока убираем в сторону, это будет верх пирога, а остальные две трети раскатываем. Я раскатываю на пергаменте, чтобы было удобнее перенести пласт теста и заполнить им форму. У меня форма 26 сантиметров. Поэтому ориентируйтесь на вашу форму, и тесто должно хватить на дно и бортики. Равномерно распределяем тесто и поднимаем бортики. Приступим к сборке. На дно выкладываем корт, распределяя его ровным слоем.
затем половину риса. Его легче распределить руками, так как он вдавливается в предыдущую начинку. Затем ошпаренный кипятком и предварительно промытый изюм. Постоянно стараемся приподнимать бортики, потому что они нам еще понадобятся, чтобы закрыть пирог. Снова слой риса. И сверху натираем на терке или нарезаем мелко яйца. Да-да, мне тоже такое сочетание показалось странным, но оно действительно выигрышное. Иногда вообще татары добавляют мясной фарш вместе с рисом и сухофруктами. От таких экспериментов я уже решила воздержаться. Раскатываем оставшееся тесто. Накрываем им пирог и защипываем края. Если где-то получился слишком длинный слой теста, отрезаем его. Так у нас пирог выглядит не супер симпатично, согласитесь, поэтому сформируем на стыке узор. Сверху же должна быть посыпка из холодного сливочного масла, муки и сахара, он же штройзель. Но поскольку в доме плюс 30 градусов, а в доме кондиционера нема, у меня мелкая крошка никак не получалась, все сразу таяло в руках. И я распределила эту тающую массу следующим образом. Можно было ее предварительно подморозить и затем натереть на терке, но у меня уже не было на это времени. В принципе, и так вышло неплохо. Посередине формируем отверстие для выхода пара. Сверху тесто, там где нет штройзеля, смазываем взбитым яйцом, чтобы пирог приобрел аппетитный румяный вид. И отправляем в духовку на 200 градусов на 30 минут. Готовый пирог можно сразу подавать к столу. Он получается очень сытным и вкусным. По себестоимости губадия у меня вышло 28 рублей за 100 грамм. Такой же небольшой пирожок на заправке Татнефть мы бы купили за 63 рубля. Но если бы заказали целым пирогом, то получили бы 30 рублей за 100 грамм. Разница невелика. Поэтому вы уж сами решаете, стоит ли тратить столько времени на его приготовление. Или проще заказать. А если рассматривать тот факт, что я этот пирог готовила впервые, то результатом я довольна на 100%. И вид, и вкус меня порадовал. Он действительно очень сытный, и одного кусочка хватит вполне, чтобы наесться вдоволь. Или разъесться. Приятного аппетита и до встречи в следующем видео. Пока!